Margherita, no, patate. Margherita. Ciao. Ci fidiamo allora. Из ближайших итальянских апельсин. Привет, друзья! В этой серии мы все еще продолжаем наше путешествие по югу Италии и несемся со всех ног, куда бы вы думали, в Соренто. Соренто находится на берегу Неаполитанского залива, что в Средиземном море, совсем неподалеку от знаменитого вулкана Везувий и руин города Помпеи. Но в этот раз мы их, к сожалению, не успели посетить. Наши апартаменты находились в 15 минутах езды от центра города Соренто. Мы оставили наш багаж и решили съездить на один из ближайших пляжей. Но, к сожалению, на пляж мы так и не попали. Там было такое количество туристов, что даже не было ни одного свободного парковочного места. Но зато мы, конечно же, полюбовались видами, которые открывались перед нами во время нашего пути. А в этом месте местным карабинерам даже приходилось регулировать движение во избежание всяческих неприятностей. К счастью, видами Неаполитанского залива и знаменитого острова Капри мы могли любоваться и с нашей террасы. После завтрака мы отправились исследовать Соренто. И
Нежданно-негаданно забрели лавку, где продаются светильники ручной работы, сделанные из фарфора, флорентийского стекла, кристаллов Сваровски и других материалов. Хозяйка бутика отвела нас в одну из мастерских, рассказала очень много всего интересного, похвасталась своими знаменитыми клиентами, которые сейчас тоже являются обладателями одного или нескольких светильников из этой лавки. These things go inside the Murano. This is very, very particular. Because the bathroom is, have the this bulb made in Venice. This that you see, my shop is all made in Italy. This star? In Amalfi Coast, in Villa Zeffirelli. Oh. It's a beautiful. This stay in Capri. In the house of, do you know Kenny Reeves? Oui, Kenny Reeves. Yes, this Kenny actor. Reeves. No. Yes. This day in Capri have the house Kim Reeves, the sister of Kenny Reeves. And this day room of have the chair, the churista, Murano glass, fruits, flowers. E poi questo paragone così ci può essere tutto qua, perché non la pare di vedere. Hai put the lamp inside. Yeah. Ah, una solo? Ah, ok. Very warm. I don't understand. To me. Lift. Sorrento. Очень симпатичный небольшой итальянский городок и покорил нас совершенно. Он примечателен тем, что находится на плато, где-то 50 метров над уровнем моря и почти что не имеет прибрежной полосы. А еще Соренто знаменит тем, что одно глубокое ущелье разделяет его на две части. А сейчас мы заглянем с вами в так называемую долину мельниц. Еще каких-то лет 100 назад здесь велась активная деятельность, ну а сейчас вход в долину мельниц закрыт. Это довольно-таки мрачное место, от которого у меня пробежали мурашки по спине. Но это место я хотела обязательно увидеть. Соренто настолько очарователен, что в него, конечно же, влюбились не только мы, но и многие знаменитые и знатные люди, такие как Гёте, Стендаль, Ницше, Вагнер, Максим Горький, Владимир Ильич Ленин очень охотно находились в этом бесподобном месте. А еще жители Соренто убеждены в том, что именно они являются изобретателями знаменитого итальянского ликера лимончелло.
Но в этом убеждены не только жители Соренто и другие регионы, например, Амальфи. Жители Амальфи тоже утверждают, что это они авторы лимончелло. Но мы не спорим, напиток вкусный, и кто его изобрел, совершенно не важно. Grazie. Прогулявшись по старому городу, мы спустились на дно знаменитого Сорентийского ущелья и идем в сторону порта. В следующий раз мы отправимся с вами на остров Капри. Thank you.
Друзья, если вы желаете поддержать развитие и процветание канала «Моя Родина, Земля», пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями и будьте счастливы. До самых скорых встреч!